А я не знаю, она сейчас снимает или нет. Да, вроде должна. Надо было еще просто на рюкзак прикрутить намет. А там SD память или какая? Там маздашка. Изначально она была здесь, как 3S. А вот последствия она стала уже у нас не 3. А, ништяк. Иван, так мы вышли на прочку. Да, похоже. Отличные прочки, я считаю. Прям до этого. Восхитительная канава. Да, Сергей Николаевич? Пошли по моей ноге. Ноге? Делай. Может, спине сразу? Я пока спину. Улыбнитесь. Не, веревочка, которую к ней я сейчас вижу, приделала. Она нужна для, просто для фикс, для этого. Для страховки, до страховки. Ее лучше выкинуть сразу, чем потолще поставить, по-моему. Не, нет, она для до страховки. Ну ладно, да. То есть там, если посмотреть видео, то эта хрень цепляется к чему-то, а потом еще эту веревочку достегивать. Нет, надо на велик стать. И под горку с криком «Даунхилл!». Самое веселое видео, знаешь, какие, когда этот, она к шлему и мотоциклист не удерживается в седле. А, нет, это херовая просека. Мы действительно идем не туда, ну ладно. Да? Если азимут, посмотреть на азимут, то мы идем не туда. Ну мы идем чуть-чуть западнее. Потом... Мы даже не совсем чуть-чуть, а достаточно радикально западнее. Да? Меня просто не видно на масштабе. А может она выправит? По-моему, это еще может. Не тропка, но она потом должна уйти на север и чуть на восток. Ну на магните, по-моему, север.